Один из пользователей китайского форума Sohu поделился жуткой историей, которая вызвала шквал негодования у читателей. Мужчину обвинили в бездушии и жестоком обращении с животными. И не зря, ведь то, что он сделал, не заслуживает оправдания. История произошла в небольшом сельском поселении, где собак часто держат на цепи, как сторожей. Они принимают как членов семьи. Прохладным зимним вечером мужчина услышал, что его собака на улице ведет себя беспокойно. Он привык, что питомица живет на цепи и часто лает на прохожих и пробегающих животных. Поэтому он не обратил внимания на звуки. Собака начала выть как дикая и не успокаивалась. Но хозяину было лень идти проверять, что с ней случилось. И он просто лег спать. Так он и уснул под жалобное завывание своей охранницы, еще не зная, что его ждет утром. На утро вой продолжился, но стал более тихим и обреченным. И хозяин все-таки вышел во двор. Он хотел отругать собаку за плохое поведение. Но увиденная картина довела его до слез. Оказалось, ночью его собака начала рожать. И все это время мучилась со щенками. Причем на улице стоял небольшой мороз. И малыши сильно пострадали. У двух были сильные обморожения, а один кроха не выжил. Мужчина понял, какую роковую ошибку он совершил, и сильно раскаялся, но было уже поздно. Он срочно отправился в ветеринарную клинику вместе с собакой и щенками, которым срочно оказали помощь. Ветеринар был очень разгневан на посетителя и даже не смог сдержать злости из-за безответственного поступка. Погибшего щенка китайцу пришлось похоронить самому, и он пролил много слез, пока рыл крошечную ямку. Ему было очень стыдно, что он не помог своей собачке в тот момент, когда она сильно в нем нуждалась. Но, к сожалению, он уже ничего не мог исправить. К счастью, двух малышей удалось спасти. Они были обезвожены и немного отморозили ушки. Но в целом были здоровы. Мама тоже пострадала. У нее было небольшое воспаление, которое удалось вовремя устранить благодаря уколам и капельнице. Хоть хозяин и раскаялся из-за своего поступка, он все равно получил массу негативных комментариев. И правильно, ведь такое безответственное обращение с животными...